Одинцовский центр занятости населения проводит ярмарки вакансий с завидной регулярностью. Однако на этот раз подобное мероприятие впервые проходило в библиотеке номер 1 и при поддержке молодежного парламента муниципалитета. Все верно. Именно молодые специалисты часто сталкиваются с проблемами в трудоустройстве и вынуждены ездить на работу в Москву. Среди молодежных организаций это впервые данный такой формат. И я думаю, что каждый молодой житель может прийти сюда, узнать интересующие вакансии, моменты работы и не тратить большое количество времени, финансов для того, чтобы ездить в далекую местность, а работать здесь, рядышком. Цель любой ярмарки вакансий – помочь встретиться предприятиям, заинтересованным в квалифицированных сотрудниках, с соискателями, имеющими подходящее образование и опыт работы. Этот формат намного эффективнее, чем решение кадровых вопросов по объявлению. Прямую можно пообщаться, узнать требования взаимные, да, и к соискателю работы, то есть что ищет соискатель. И соискатели должны понимать, да, какие требования сегодня диктует рынок труда, кто сегодня нужен, да, работодателю. Участие в ярмарке с удовольствием приняли как коммерческие предприятия, так и государственные структуры. И те, и другие говорят о высокой эффективности такого подбора сотрудников. Ищем мы людей на специальность, на должность, точнее, пожарного, водителей пожарной машины. У нас требования возраст до 35 лет на должность пожарного, ну, без опыта работы, среднее образование, молодой, сильный, волевой. Хотелось бы увидеть здесь мне будущих сотрудников на такие должности, как полицейский кинолог, участково-уполномоченный, следователь, дознаватель. Ну, там уже немножко у нас другие критерии к отбору на службу. Ну и в том числе и приняли бы на работу на должности вольно-наемного состава. Это непосредственно сотрудники отдела производства режима и федеральная госслужба. Подбор работы и работников – только одна из многих услуг, оказываемых на ярмарках вакансий. На самом деле возможностей здесь намного больше. Здесь есть возможность у соискателя работы пройти профессиональное тестирование, узнать об услугах вообще, весь спектр услуг. Это и соцадаптация на рынке труда, это психологическая поддержка, это всякое временное трудоустройство. По статистике, 70% людей, обратившихся в службу занятости, находят работу в течение 4-5 месяцев. И значительный вклад в сокращение этого срока вносят ярмарки вакансий. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».